Всем привет, меня зовут Константин Бурдаев, я солист группы «Братья Гримм». Меня очень многое связывает с Саратовым. Во-первых, я ваш сосед, я родился и долгое время жил в городе Самара. Я тоже волжский житель. У меня в Саратове очень много друзей, и я часто приезжаю туда с концертами. Поэтому я решил принять участие в саратовском проекте «Творческая галерея» и поспособствовать, может быть, тому, что в мире появятся новые творческие личности, может быть, даже мировые звезды. Поэтому я предоставляю для аукциона в качестве лота вот этот вот диск с альбомом группы «Братья Гримм», альбом 2015 года «Зомби», с моим автографом этот диск. И напоминаю, что все средства пойдут на поддержку сельской школы искусств в Саратовской области. Спасибо за внимание. Привет, я Максим Матвеев, хочу личным участием поддержать благотворительный проект «Творческая галерея». Во время пандемии, когда весь мир закрыт, журналисты из Саратова открыли в него двери. Они объединили людей из разных частей света, чтобы помочь детской сельской школе искусств. В этот период талантливым детям в глубинке сложнее всего поверить в то, что они могут добиться успеха. Родители не могли отдать одаренных детей в школу искусств, потому что не было даже денег на фломастеры и дешевую гуашь. Во время пандемии многие такие семьи, к сожалению, могут распрощаться с мечтой о творческой профессии и оставить талант без развития. Но благодаря этому аукциону мы с вами можем помочь открыть новое имя в творчестве или даже зажечь звезду мирового подиума. Меня многое связывает с Саратовым, поэтому от себя лично хочу предоставить на онлайн-аукцион проекта ТВ-галерея лот. Это погоны с костюма Алексея Вронского из фильма «Анна Каренина. История Вронского» режиссера Карена Шахназарова. Это абсолютная копия погонов императорского кадетского пажеского корпуса, выполненные по технологии конца 19 века. Уникальный коллекционный экземпляр. Все вырученные средства, с продажи которого пойдут в фонд помощи сельской школы искусств Саратовской области. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина Яковлева, заслуженная артистка России. Я рада принять участие в творческом благотворительном проекте ТВ-галерея в помощь сельских школ художественных в Саратовской области. Ну, знаете, в наше время многие школы детские в селе закрылись, и детям нечем заняться. Я помню, мы в детстве занимались в кружках танцевальных, в художественную школу кто-то ходил. Сейчас это многое стало недоступно из-за того, что у родителей бывает не хватает денег, или просто таких школ нет на селе. Поэтому я счастлива, что появился такой проект, и я к нему присоединяюсь. И в качестве лота хочу предоставить на аукцион вот эту, на мой взгляд, замечательную кошку-копилку, фарфоровую, ручной работы, ни много ни мало фабрики Кузнецова, знаменитой российской фабрики Кузнецова. Да-да, она возродилась в Калужской области, и год назад, когда я выступала рядом в городе, узнала о том, что там есть эта фабрика, я была очень счастлива. Поэтому я думаю, ребята, которые будут учиться в этих школах искусств, может быть, будут когда-нибудь работать на фабрике Кузнецова и на фабрике Гжель и многих других. У нас много разных ремесел, а может быть, станут знаменитыми скульпторами или художниками, или покорять подиумы мира. Поэтому давайте присоединимся к этому аукциону. Вот эта кошечка фарфоровая, ручной работы Кузнецовского завода придет к вам.